Полный арсенал настоящего гангстера. У жителя Витебска изъяты несколько единиц оружия и наркотики. Информацию распространило областное ОВД. Бойцы наркоконтроля получили оперативную информацию и наведались в дачный дом безработного местного жителя. У 45-летнего мужчины обнаружено и изъято почти 90 граммов марихуаны. Это подтвердили эксперты. Также в ходе обыска выяснилось, что мужчина хранил дома целый арсенал. Это две мелкокалиберные винтовки, гладкоствольные, ствольное ружье, а также несколько десятков патронов. Оружие изучают специалисты. По данным милиции, у задержанного не было разрешения на его хранение. Также ни один ствол не зарегистрирован. В отношении подозреваемого СК возбудил уголовное дело. Пока только за незаконное хранение наркотиков.